Вот это если ты употребишь, ты будешь бессмертным. Ну давайте попробуем. Дружище, ну а перед тем, как мы с тобой начнем смотреть данный замечательный ролик, хочу порекомендовать тебе проект Republic Need Heroes. Эпоха данного сервера — это времена войн клонов. Если ты любишь мультсериал «Звездные войны. Война клонов» и хочешь надрать задницу чертовым бидоном, то рекомендую перейти тебе на данный сервер, ведь там еще и отзывчивая администрация и интересные ивенты. В общем, рекомендую перейти в описание. Там будет айпишки и ссылки, в общем, приятной тебе игры, и желаю тебе приятного просмотра. Вот он на связи, дорогие друзья, рад вас приветствовать в новом видосе по Гаррис моду. Сегодня буду играть на сервере по Второй мировой войне, айпишечки и ссылочки будут в описании, переходи и играй. Знаешь, бро, ради тебя я стал сегодня 2 января, но это не суть важно. Записывать этот прекрасный видосик, так что прожми, пожалуйста, лайкосик, сам понимаешь, какое состояние, давай наберем. Берем 200 лайков, ну и подпишись, пожалуйста, на канал, мне будет очень сильно приятно, да и контент будет только улучшаться. Ну и я желаю тебе, конечно же, приятного просмотра. Идем сюда. Тут, короче, засаду я устроил, но меня чуть не убили. Так что идем сюда. Только там осторожно, там немцев много. Вон, аккуратно, кто там слева? Слева, тебя сейчас убьют. Убивайте его быстрее. Так точно. Побежали, быстрее. Сэр, вы обещаете, что на этот раз я не умру хотя бы? Обещайте мне это, сэр. Обещаю. Ну смотрите, если я умру, вы нарушите свое обещание. Охренеть, а, вот это у нас база, неожиданно, кстати. Только что-то двери как-то сломаны у базы. Заходите. Захожу. Сэр, нужна срочно медицинская помощь, быстрее, пока не поздно. Пока я еще не помер, я жив еще. Ты цел? Нет, сэр, я уже полудохлый, и у меня вообще все плохо. Один выстрел, и я уже на тот свет отправлюсь. А, нам нужен санитар. Ложись пока что на этот диван. Так точно. Будем надеяться, что я выживу. Иначе бы зря сюда бежали, и он зря мне пообещал, что я выживу. Я привел санитара. Санитар, мне нужна помощь, иначе я умру сразу же, прямо скоро. А что с вами случилось? Мне вообще расстреляли очень много из винтовок, пистолетов, пулеметов. Еще бы немножко в сердце, я бы помер точно. Смотрю, вас хорошо так задело. Смотрите его. Да, это правда, меня хорошо задело. У нас убили, сэр. Тут сэра убили. Быстрее, медик, вас сейчас тоже грохну. Тут снайпера. Уходим, сэр, тут снайпера промышляют. Нашего господина убили, быстрее. Сэр, мы застряли, что будем делать? Ваши приказания. Мне придется пожертвовать собой. Нет, только не вы, нет. Вы же медик, что же будет? Все, сэр, не надо жертвовать, все хорошо. Все, мы выбрались. Тут работают снайпера, вот через эту штуку маленькую их убили. Я выжил. Чего, блядь? В каску попали. Докажите, что это вы. Я видел, как вы упали. Да мне в каску попали, я просто был оглушен. А у вас же называется не каска, а шляпа. У вас же шляпа. Шляпа, а, разве? У него пуля непробиваемая, шляпа. А, ну понял. А мы куда, сэр? Зачем мы вниз? Там же холодно и сыро. Ваши апартаменты, обустраивайся здесь. Ну ладно, хорошо, без проблем. А это еще что такое? Какие-то штуки? Это называется балдеж. Хорошее название, однако. Балдеж, мне нравится. И это точно. Сэр, смотрите, что у меня есть. Это называется кирка. Я могу делать так. Вот-то? Да. Пизда. Ты выжил? Я выжил, спасибо. Да, оружием, чтобы ты смог атаковать этих тупых русских. А вот смотрите, какой у меня есть. А вам это не нравится? У меня тоже есть. А, ну вот все, я понял. Давайте возьмем МП-40, тоже неплохое оружие. О, спасибо, сэр, давно ждал таких подарочек. А то я, видите, я ветеран уже, можно сказать, да? Я через столько прошел, что я сам в шоке. Да. Кушать хочешь? Да, хочу. О, это арбуз? Арбуз делался в этом? Да. В лаборатории? Ясно. Я его употребил. Пивко будешь? Если это шнапс, то ладно, буду. Все, спасибо. Вот это называется броня. Вот это, если ты употребишь, ты будешь бессмертным. Ну давайте попробуем. Сэр, что-то какая-то странная броня. Что-то я не понимаю, что происходит. Тебе просто кажется. Пойдем за нами. Если что, ребят, я против употребления наркотиков. Не употребляйте, не надо это пробовать. Это все плохо. Это всего лишь игра, РП-процесс. Не волнуйтесь и не бойтесь. Я веду здоровый образ жизни. Охрененно просто. Что происходит? У меня кажется, или у меня прыжок стал? Блин, что происходит? Я как будто в космосе, смотрите. У меня прыжок выше стал. Господи, что происходит? Чертовы наркоманы, что они мне дали, господи. Охренеть, я прыгаю, как будто я в космосе. Господи, боже мой. Это разработки секретные. Что вы мне дали? Что это было? Это называется бесконечная броня. Ай, меня выстрелили! Это офигеть. Можно еще разок?
А, сэр, можно вам кое-что признаться вам в кое-что, можно? Сейчас мы вырыть. Вы чертов волшебник, вы об этом знали? Вы дарите счастье людям. А, да, еще мы охрана елочек. Это правда. Сэр, долго будет еще делаться? Я смотрю, вы уже много ее употребляли достаточно, да? В общем, пришло рассказать правду. Мы поклоняемся Богу. Пойдем за нами. Какому Богу? Че, ебанутый, что? О, это тот самый, это тот самый елочка. Бог елочка. Да. А почему это скрывали? Зачем? Оно дает бессмертие. А как его получить? Как его получить? Что надо сделать? Нужно прочитать молитву. Какую? Честно, сам не знаю. То есть вы не обладаете этим даром бессмертия? Нет, мы в поисках молитвы. А, в поисках. Ну давайте я вам тогда помогу. Я думаю, знаете, что-то в лесу родилась елочка. Да. Нет, может, это молитва. Ну попробуй. Да я вам уступлю, давайте, а я послушаю вас. Попробуйте, попробуйте. А, да. А в лесу родилась елочка, в лесу она росла зиму и лето. Ну нахер. Сэр, вы, это не та молитва. Бог, я призываю Бога, срочно нужна помощь. Мы случайно не ту молитву прочитали. Бог, что это было? Что произошло? Он не ту молитву прочитал. Что за шизофрения тут происходит? Сэр, у нас тут это, в общем, наш господин прочитал не ту молитву, и он помер. В общем-то, он начал петь «В лесу родилась елочка», и он умер. Короче, хорошо, посидите тут, блядь, иди. Офигенное указание, ну ладно. Наше волшебное вещество сделано. У нас есть еще. Где-где? Очень опасно выходить. Очень опасно выходить. Но я попробую и выйду. Я пошел, я готов на все. С этими великими вещами я готов на все. Я пошел. Ох, сейчас я чувствую, будет весело. Ну шо, погнали? Офигеть. Вот это мне нравится, господи. Почему я не знал об этом еще давно, боже мой. Ребят, ну если честно, не пробуйте наркотики. Это все, конечно, прикол, РП. Сам я веду здоровый образ жизни на все 100%. Вхожу, бегаю утром. Но это не точно. Сэр, мне нравится. Я думаю, нашу армию всю надо снабдить этим, сэр. Срочно надо пустить массовое производство. Кстати, вооружимся вот этим всем. Нам нужно накапливать это. Сэр, я согласен. Давайте быстрее накапливайте и будем раздавать всем бойцам. Меня сейчас только О, это мне? Подбирай это. Сэр, вы слишком добрый. Извиняюсь, я сейчас об стену потестю. У нее какой-то, сэр, я почему-то это, не могу ее в руках держать, она улетает. Это ракета. А теперь прими это и постреляй. Ты давно не ел. Фух, ладно, поехали. Все, я пошел, терминатор, давайте просто посмотрите на супер бойца. В общем, ребята, опять же, наркотики, это плохо, но это тут... А почему я могу стрелять в полете? Это тут очень-очень хорошая штука, я за забор улетел нормально. Сэр, сейчас все будет. Сейчас просто на Берлинские ворота надо идти. Офигеть, что происходит, Господи. Ладно, мне надо обратно на базу. Блин, недопрыжок. Ну-ка, еще раз. Снова недопрыжок, да вы угораете? Давайте, с разгончика тогда. Блин, не получается. А, у нас тут, смотрите, у нас тут кто-то на базу прорвался, господи. Что это было? Просто я сейчас под препаратом, я плохо вижу. Кто это? Что? О, все вроде хорошо. Бородатый мужчина, вы кто? Походу, этот бородатый мужчина вызвал нас огонь, это диверсант. Сюда. Предлагаю его расстрелять. Гениально. Мы союзники. А, так... Сэр, какой-то бомж пришел. Вот это по-любому вы его призвали, да? Так вы еврей, вы нам не союзник, вы еврей. Это еврей, сэр, это еврей. Пошел, еврей. Я знаю, мы союзники, но ты нам нужен. Да, сейчас будешь читать молитвы. Ты нам должен рассказать молитву для елочек. Или расстрел. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Правильная молитва. Эту молитву мы уже рассказывали, к сожалению, и закончилась она плачевно. Советую тебе ее продолжать. Вот, а тебе не кажется, почему? Он до сих пор не умер. Да, давайте ему поможем с этим. Может, это Бог? Кстати, может, это и Бог. Бог, это вы? Это вы пришли к нам с земель, с тех самых высоких, где растут самые элитные ели? Где вас спас от охотника? Я, конечно, не придираюсь, но, блядь, это похоже на ёбаный наркопритон, блядь. Успокойтесь. Что это было? Что это было? Господи, это просто... Это пиздец. Ну и, бро, этот замечательный ролик мы закончим вместе с Герман Альшавент, который флексит очень красиво, кстати. Обязательно за него прожми свой смачный лайк, потому что он будет продолжать флекс бесконечно в таком случае. Ну и подпишись, пожалуйста, на канал. А я тебя поздравляю еще раз с Новым годом, желаю всего самого наилучшего и увидимся в следующем видосике.